Сьогодні домашній лікар проведе скальпелем по бабусиним рецептам. Гемоглобін підвищувати не печінкою, а звичайним насінням. Водосьорб – не прізвисько, а діагноз. Як здолати мігрені з 30-річним стажем? А також обережно – щавель. Домашній лікар оголошує бойкот зеленому борщеві. Дізнайтесь, чи закінчиться візит нашого лікаря до родини Стащенків. А ось і перша Стащенко – Людмила Михайлівна, взірцева теща, бо приїжджає рідко. А цього разу вона прийде до дітей не сама. З нею гостинець Борис Качко. Цікаво, як відреагують на його раптову появу мешканці цієї квартири. Привіт! Привіт, моє сонечко! Привіт, моє гороше! Моя лапочка! Як ви тут, мої хороші? Привіт! Привіт! Добрий день! Здрасте! А я не одна. А з ким? А з доктором. Да. Доктор не простой, доктор домашний. Так. Вот. Будем лечить всех и вся и все? Конечно. И начнем с самого начала. Давайте начнем. Руки помоем. Я хотела просто тебя сначала увидеть, обнять и поговорить, а потом... Можно на минутку? И зачем вам этот доктор? Ты не понимаешь. Ты посмотришь. Улучшится ваш иммунитет, улучшится питание. Вы на все посмотрите по-другому. Да, у нас все нормально, у нас все хорошо, мы нормально питаемся, у нас хороший иммунитет, все нормально. Алла, ты как всегда. Да, я ты как всегда, всегда упряма, да. И не хочешь прислушиваться. Да. Вот он пару дней побудет у вас. Пару дней? Да. Угу. Вы посмотрите. Ты же знаешь, как Саша на это все реагирует, как он этого всего не любит и вообще. Давай посмотрим, и тогда будем делать выводы. Будет все хорошо, посмотрим. Угу. Интересно. Хорошо. О, лікарю, готуйтесь. Бій за здоров'я цієї родини буде кривавим. Алла зовсім не очікувала на вашу появу. І обережно з кавою. Роздратована вагітна дуже небезпечна. Почнемо з уборки квартири? Да, почнемо. Эта хімія нам не нужна. Господи, це хімія. Короче, я пішла, а ви розбирайтесь. Хорошо. Мы вам немножко поможем убрать. Угу. Да. Ну, смотрите, что дают моющие? Они помогают быстро отмыть жир, грязь, но это все поверхностно-активные вещества. Они, попадая в организм, делают то же самое. Раздражают желудок, нарушают работу печени, всасываются в кровь, а она беременна. То есть, фактически, ребенок питается, кроме еды, питается еще и вот этим. Ну, то есть, это мягко выражает для здоровья, ну, пользы никакой, один вред. Да, я постоянно говорю ей об этом, но она не слушает. Анемия может быть у мамы, могут быть головные боли, может быть нарушение токсикоза беременности. Это все связано, может быть, с химией, в том числе и с этой. На кухне хорошо подсобрали. Не прислушивается никак. Тут? А ну, смотрите, вот пожалуйста. Одно. Вот стоит. Химии полно. Ну, порошок стиральный тоже нужен детский, маленькие дети, они же гипоаллергенные, то есть там меньше все-таки химии, но не такая опасная для детей. Я вот, поэтому... Аме постоянно рекомендую детские порошки, а она мотивирует тем, что убивается машина. Вот, машину можно по жизни поменять не один раз, а вот ребенок это один раз и на всю жизнь. Интересно, у вас унитаз с заначкой или нет? Посмотрим. А, ну да, смотрите, какая красота. Вот эта штука, она хорошо дезинфицирует унитаз, но вы же с него есть не будете. Поэтому какая разница, сколько там бактерий? Ого! Голыми руками на микробів? На це не кожен сантехнік здатен. Слили воду ёршиком, убрали, у вас все чисто и нормально. А сколько там бактерий? Ну, чтобы они оттуда на вас не смотрели, закрыли, все в порядке. Что ж це виходить? Не такие уже и страшные бактерии, как химия. Идемте, походим еще посмотрим, может где-то еще давайте химия затесалась у вас. Вы что вообще? Ну, места в квартире станет тепло. Больше. Здрасте. Знаете вообще, сколько это стоит? А что дороже? Ну, слушайте, весь мир моет, все люди моют, а мы тут будем выкидывать. Весь так мир давайте... моет не вручную, а посудомоечные машины используют. Там меньше химии используется. А если мыть вручную, нужно использовать натуральные средства, которые, если попадут в организм, беды не будет. Давайте хотя бы мы домоем это все, ну жалко же, столько денег. Ну, я не это знаю, не деньги, это не такое. Здоровье. Понимаете, вы потом больше потратите на лекарства, чтобы вернуть здоровье.
Уксус, сода у вас есть? Да, конечно. Ну, натуральные вещи. Ну, вот уксус. Уксус отлично, соды немножко, тряпочка есть. То есть... Вот сода, пожалуйста. Ну, вот, ну, очень ну. хорошо в старые добрые времена как раз этими пользовались. Да. Так, я не и вы выросли, кстати, более-менее здоровы. И смотрите, как все, все шикарно смывается. Великолепно. И тарелка будет чисто, чисто, и главное, она будет безопасной. Слышите, как она скрипит? Как в рекламе, да? Бытовой химией нужно уметь просто пользоваться. Сегодня, смотрите, чудная погода. Идемте прогуляемся, заодно поговорим о вашем состоянии здоровья. Хорошо, идем. Идемте. День рождения, и мы ему с папой подарили ролики, и он вот уже так катается, здорово, классно. Ну, с одной стороны, прогулки на свежем воздухе это здорово, но сами по себе ролики, у ребенка неокрепший опорно-двигательный аппарат, особенно позвоночник. Ну а как от этого застраховать? Вот у него там есть полностью вся защита. Ну, защита знаю, защищает это. Только отдельные суставы, но позвоночник он не защищен. Так. Смотрите, он поза у него напряженная, то есть мышцы зажаты, позвонки зажаты, нервы зажаты, и фактически позвоночник его не развивается. Понимаете? То есть мы с детства создаем ребенку проблему. То есть ролики — это не полезно? Да, это экстремальный вид спорта. Лучше плавание, лучше гимнастика, лучше йога. Подарунок на день народження? Борисові все одно, адже подарунки мають бути здоровими, і ролики до таких не належать. Гімнастика просто неба корисніша. Поворачивай. О, видишь, как позвоночник чтобы работал, да? О, отлично. Ручки вверх и так вот вниз, чтобы достать землю. О, отлично, молодец. Ніщо так не пом'якшить жінки, як чоловіча турбота про її дитину. Здається, Аля потеплішала і готова довіритися Борисові. Єсть. Все, готов. Іди гуляй. Бігом. Борис. Присаджуйся. Да. Да. Вот смотрите, у меня сейчас 33-я неделька, и у меня такая проблема. У меня малыш лежал на 27-й неделе вниз головкой, а сейчас он у меня вдруг перевернулся вверх. Я вот чувствую его головку где-то здесь. У меня есть же время, да, чтобы конечно. Он еще перевернулся? Конечно, он еще не один раз поменяет свое положение, поэтому тут не стоит особо сильно заморачивать. Ну, хотите, я вам сейчас покажу прикол. Я нашла такой метод классный в интернете. С помощью наушничков и музыки, музыка специальная, я ее скачала для беременных, а может, вы сможете даже этот метод там своим каким-то пациенткам посоветовать. Я вот чувствую, да, что головка здесь. Беру вот так вот. Раз, положила. Он так слушает, 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 слушает. И теперь я вот так вот вниз вот так вот веду. Ему же наверняка хочется услышать ее и внизу. Как ну, вы думаете, вопрос, поможет? Вопрос в чем? Если он в этот момент спит, то он вас вряд ли услышит. Вот. А если ему эта музыка неприятна, он наоборот идет в другую сторону. Поэтому вряд ли этот метод вам поможет. А как я могу узнать, какая ему музыка слушать, ну, нравится? Это сложно, надо у него спросить. Но это будет только после рождения. А еще у меня есть второй метод. Я вычитала на мамочкином форуме в интернете, что мне надо взять. Ну, короче, он очень простой. Сейчас я вам покажу. Держите плеер. Вот, беру и становлюсь просто на березку. Так, подождите, подождите. Это в вашем положении, ну, мягко выражаясь, опасно для жизни. Идемте лучше определим, где действительно находится ваш ребенок. Идем. Головкой вниз или кверху? Хорошо. Может, он уже давно уже стал в нужном положении. Про найінтимніше варто говорити в інтимній атмосфері. Тим паче, поки чоловік із роботи не прийшов. Серцебиение хороше. В принципе, и не частит, то есть ребенок волнуется, скажем так, двигательной нагрузкой, он улучшает себе кровообращение. Ну, спинка, судя по всему, справа, потому что здесь сверху? Фактически сейчас, да, немножко головка сверху. Что важно, когда он начнет переворачиваться, ну, живот станет ширше, ниже довше, знаете, он немножко станет так, немножко в поперечном размере увеличится. Ну, в принципе, все нормально, а сейчас я вам открою один маленький секрет. У вас есть пиджак и пара полотенец? Да. Несите. Безпечно фиксировать дитину в одном положении допоможут валики из штанів або пиджака. Так, а что это у нас? Ну, сейчас мы сделаем старый дедовский способ. У вас ребенок еще как минимум 3 недели будет расти, и положение будет менять каждый день. Мы так можем наполнить полотенцами рукава, вот, и получим 2 валика.
потом что, мы садим ходить круглосуточно или нет, что? Нет, буквально неделю походить, ребенок вырастет, и он уже не сможет сам перемесить. О, два валика укладываются очень просто вот так вот сбоку. Да. И легкое, скажем, чем-то зафиксировать. Ну, какой-то другой, и так, допустим, одеждой. Ходить круглосуточно? Ну, оптимально, когда вы находитесь в вертикальном положении. То есть на ночь можно снимать, потому что это будет мешать вам спать. Угу. Но, в принципе, вот так зафиксировав, вы немножко, скажем так... А я ничего ему не передавлю? Нет. Ребенок находится в околоплодных водах. Ему повредить таким мягким средством, ну, просто невозможно. Обережно! Бабусю, на кухню йде ревізор! Как хороший осетр, знаете, на запах идем. А чем у вас тут пахнет таким интересным? А он уборщик все время. О, супер! Ой, мой любимый! Ну, отлично! Продуктовый рейд! Улюблена справа лікаря! Как давно кипит? После того, как вы щавель положили? Минут 5. Не, подождите, еще минут хотя бы 10. Там бактерии есть, которые, если мы плохо обработаем термически, на завтра борщ станет ядом. Просто всегда варятся там 3 минуты, щавель бросается в конце. Бабушки, так наши прабабушки, делали испокон веков для того, чтобы это было вкусно. И такой рецепт в интернете. Да, он есть, но нитроза бактерий никто не отменял. Все берегут витамины, а остаются в борще бактерии. Хорошо, я меньше огонь? Да, на небольшом огне, но минут 15. Борис, вы садитесь, я вам как мужчине... Пока единственному. Тяжелый физический труд. Дам хлеб резать. Отлично. Окей. Держи водичку. Давай кушать. Ну я сейчас вас научу, как есть первое правильно. Первым должно идти второе. Поэтому вот когда первое варится с мясом, то какое-то мясо должно идти в начале. Тогда оно переварится. Это не раздельное питание, а последовательное. Это очень правильно. А, кстати, вот компот, это полезно? Компот зависит, можно запивать, если объем пищи был небольшой. Если человек много съел, то компот уже пойдет в следующий раз. А воду я бы, в принципе, не давал. Почему? Вода в супе есть. То есть этого вполне достаточно для того, чтобы ребенок не испытывал чувство жажды. Он любит пить. Это вредная привычка. Что она дает? Еда, вода нарушает пищеварение, нарушается работа печени. Опять? У вас такие баталии регулярны? Да. Он хочет пить всегда. Во время завтрака пьем воду, во время обеда пьем воду и во время ужина. Кроме этого, он прибегает с улицы: «Мама, дай пить, мама, дай пить». Получу как у тебя после воды животик? Спокойно? Все хорошо проходит, да? А в туалет как ты бегаешь? Ночью не уписываешься? Нет. И, кстати, синева под глазами, она говорит о том, что пищеварение работает у ребенка неэффективно. Помнишь, я все время говорила, что мне не нравится синева под глазами? Я думаю, что мы можем проехать в клинику и решить эту проблему, то есть выяснить, как она... Хотя бы сделаем УЗИ, посмотрим, в каком состоянии печень. Как тебя зовут, молодой человек? Лёша. Лёша, сколько тебе лет? Очень много, 5. 5, уже 5. А на что ты жалуешься? Очень много воды пью. А ещё что ты, на что ты жалуешься? Иногда животик болит. Иногда животик. Хорошо, ложись, пожалуйста, сюда на кушеточку, мы будем смотреть тебе живот. Нас привело не только вода, но и периодически от мальчика пахнет ацетоном. То есть есть проблема, по всей видимости, печень, поджелудочная. То есть есть реактивный панкреатит. Доктор, это не опасно? Нет, не опасно. От этого не умирают. Но вот это вот может быть уже причиной того, что появляется ацетон, потому что печень поджелудочная, они должны управлять углеводным обменом. Если они не успевают это сделать, организм переходит, энергетика переходит на жиры и появляется аромат ацетона. Все понятно. Продолжаем. Сейчас мы смотрим желчный пузырь. У Лёши есть перегиб желчного пузыря. Лёш, то есть пузырь у тебя в принципе хороший, тебе нужно просто чаще питаться. Мама вкусно, кстати, готовит. Ну, так надо пользоваться этим. Будешь чаще питаться, и все будет хорошо. Ну ладно. По анализам результаты: сахар в норме. По УЗИ мы определили только реактивный панкреатит и перегиб желчного пузыря. О чем это говорит? То, что он пьет много воды, он просто подсознательно пытается вывести этот ацетон.
А как восстановить систему? Если будет питаться часто, дробно и правильно, то проблем особых не будет. То есть должно быть там первый завтрак, второй завтрак, обед, я не знаю, полдник, у ребенка должно ужин быть и второй ужин? 4-5 приемов пищи, так, обязательно, желательно в одно и то же время. И что обязательно должно быть? В пище должны быть углеводы. Это и что? И немножко жиров. Спеціальне меню на день. Овочеве рагу, каша з котлетою, овочевий суп, сир із сухофруктами та склянка кефіру. А ось і Саша, тобто Олександр Сергійович, ну поки на роботі, чоловік Алі. Він ще ні сном, ні духом, що в його домі з'явився ще один чоловік. Сашкові голова болить через інше, надійшли його аналізи. Здається, алло, Борисові привет. Є роботка. У мене не дуже. Аналізи на стафілококк плохі прийшли. Слушай, ну не розстраювайся, все буде хорошо. Ладно, вдома розкажу подробніше. Давай, все, приїжджай домой. Ні, давай, пока. Сюда. Борис, дело тут такое. Сейчас муж приедет. Ну точно, я же приеду, надо помогать вам в семье. Да. Надо посидеть. Вот смотрите, можем посидеть. Тут, тут занято. Занято. Все, я побежала готовить ему ужин. Все, все, начинайте пока, с углеводов. Будь да, добрее. Окей. Привет, ну как день? Что на работе новенького? Сашулечка, солнышко, я тебе хочу что-то сказать. Я покушаю сначала. Ну, у меня новость есть одна такая. Ну, я сейчас ничего не соображаю, хочу покушать. Сашечка, у нас дома кто-то есть. Добрый день. Я не мог, я там посидел немножко, не сдержался. Понимаете, вот все, что сейчас стоит на столе, далеко не все можно кушать. Ну, я забыл представиться, я ваш домашний доктор сегодняшнего дня. У нас нет домашнего доктора. Давайте сегодняшнего дня есть. Я целый день на работе не кушал, давайте я покушаю, потом мы разберемся. Ну, для здоровья хорошо было бы, если бы вы начали все-таки с творожка, допустим. Ну, я все время суп ем первый, и я все-таки у себя дома. Сашенька, конечно. Я сегодня узнала, что суп надо кушать вторым. Присяду. Да, садитесь, пожалуйста. Суп можно кушать любое время дня, а вот мясо лучше есть первое половину дня. Вообще, с чего вы завтрак начинаете? Я пью кофе и, может быть, бутерброд. Кофе хорош после хорошей еды. Почему? Кофе – это стимулятор, он стимулирует не обмен знаю. Веществ. Я читал в интернете, что гарвардские ученые даже доказали, что кофе с утра бодрит и намного эффективнее начинается день. Но не вместо еды, а после еды? Не знаю, нет. Дело в том, что для того, чтобы система работала вы быстро… Google ведете кофе с утра, да, и да, все просчитаете там. Да. Есть еще другие статьи, которые… Много есть статей, а сейчас я просто хочу покушать. Ну, можете пока перебить аппетит супчиком, а я вам расскажу. Все-таки Google, да. Спасибо. А индикатор – это состояние кожи, индикатор здоровья. Даже при поверхностном осмотре у вас есть угревая сыпь. Это нарушение работы печени. Есть синева под глазами. Это может говорить о том, что в пище много токсинов, либо вы слишком много работаете. А ну, долго будет разговаривать это? Кушай, все будет хорошо. Один, да, сейчас углеводы пойдут в кровь, знаете. Путь сердца мужчины лежит через желудок. Главное туда заходить почаще. Вот. А красную рыбу я бы не советовал кушать, все-таки прожилок не вижу. Поэтому это говорит о том, что она все-таки подкрашена. То есть вот один из источников интоксикации уже перед вами на столе. Доктор, можно я уточню? То есть рыба должна быть ярко-красной?